Рюкзак фирмы Bach, модель Pacman. Данная модель выпускается в нескольких объемах, и эти объемы привязаны к ростовке. То есть чем больше объем рюкзака, тем, соответственно, длиннее его спина. У меня в руках модель объемом 42 литра, что соответствует ростовке номер один фирмы Bach. И масса этого рюкзака 1800 грамм. Рюкзак полностью сшит из кордуры. Есть небольшие вставки из 500-го Оксфорда. Соответственно, рюкзак рассчитан на очень агрессивное использование. Он выдержит продирание через ветки в тайге, то, что его будут класть на осыпи, контакт с песком и так далее. Фирма Bach делает и тестирует свои рюкзаки в Ирландии. Соответственно, эти условия очень похожи на наш Кольский полуостров, даже немножко поагрессивнее, скорее ближе к саянам. И, соответственно, рюкзаки выдержат все отечественные условия. Рюкзак имеет довольно простую, но очень эффективную систему переноски. Она называется Shield. В рюкзаке внутри есть вставка из полиэтилена низкого давления, то есть это жесткая пластина в спине, и есть алюминиевые латы. Пояс и лямки рюкзака выполнены из термоформуемой пены. Соответственно, чем дольше вы носите рюкзак, тем он лучше потихоньку на вас садится под действием температуры тела и тяжести самого рюкзака. При желании пояс можно полностью отстегнуть, он крепится на липучке. Вдоль позвоночника в спинке сделан канал для вентиляции. Соответственно, спина не будет сильно потеть. А в тех местах, где рюкзак контактирует с поясницей и лопатками, сделаны мягкие накладки из сетчатого материала. Каркас рюкзака является съемным. Соответственно, если вы извлечете каркас, можно полностью скрутить рюкзак и убрать его, например, в ваш баул. При необходимости пояс снимается, и его можно транспортировать отдельно. И это удобно, если вы, например, этот рюкзак используете для восхождений и хотите снять пояс. Рюкзак быстро подгоняется по фигуре. Пояс довольно узкий, но при этом очень эффективно переносит нагрузку за счет своей жесткости. Соответственно, это удобно тем, кто хочет иметь рюкзак, с которым можно активно двигаться по лесу, либо использовать этот рюкзак для довольно сложных восхождений. Плюс для более эффективной переноски массы на пояс есть противооткиды. Лямки сделаны несколько зауженными, также для того, чтобы можно было активно двигать руками, лезть, двигаться с трекинговыми палками. Естественно, есть противооткиды. Грудная стяжка регулируется по высоте. При необходимости ее вообще можно снять. Главной фишкой рюкзака является то, что по сути это герморюкзак. Но начнем с того, что находится снаружи. У рюкзака есть объемный карман с тянущейся сеткой, причем посередине сделана накладка из кордуры, которая расположена именно в том месте, где рюкзак испытывает больше всего износа. На передней панели есть дози чейн, на который можно крепить снаружи коврик, веревку, снегоступ и все что угодно. Также есть возможность крепления ледорубов либо трекинговых палок. Боковые стяжки не очень длинные, соответственно, коврик сюда подсунуть не получится, и они скорее служат для регулировки объема. В клапане есть объемный карман, и внутри есть карабин для ключей, а также здесь хранятся резинки, которые и служит, собственно, на передней панели для фиксации трек-палок либо ледоруба. Клапан крепится на крупных металлических пряжках, которые быстро снимаются и одеваются. Под клапаном, как всегда, есть небольшой потайной карман. Клапан можно
пристегнуть в трех разных положениях. Сейчас рюкзак собран в среднем положении. Соответственно, при желании можно клапан перенести пониже, чтобы поплотнее утрамбовать груз, либо повыше, если груза много, и вы, например, под клапан хотите убрать веревку. Клапан легко снимается, при этом рюкзак остается функциональным, потому что он имеет закрытие на скрутке. В отличие от большинства рюкзаков с закрытием Roll-Top, у рюкзака Pacman также есть закрытие на молнии. Соответственно, сюда помещается еще куча вещей, и если рюкзак переполнен, все равно можно застегнуть молнию, и у вас будет еще несколько литров лишнего объема. Внутри рюкзака расположена герма из плотного материала. Все швы сначала прошиты, а потом проклеены. Соответственно, это дает очень прочную основу. Сюда классно убрать ваши вещи, которые вы хотите сохранить в сухости, то есть спальник, запасные вещи и так далее. При этом у рюкзака есть боковой вход на молнии, который также ведет в основное отделение. Соответственно, можно разделить сухие и мокрые вещи. Например, после восхождения вниз убрать мокрую веревку и мокрое снаряжение, а то, что осталось сухим, или вы собирались после ночевки, оно было изначально сухим, оставить в герме. Также рюкзак можно, например, использовать для охоты либо рыбалки, соответственно, добычу убирать в герму. У рюкзака также есть вход в основное отделение со спины. Здесь есть подвеска для гидратора, соответственно, можно использовать питьевую систему. Таким образом, рюкзак, имея массу 1800 грамм и будучи полностью сшитым из 500-й кордуры, имеет очень приятный набор функций. И это универсальный рюкзак, который можно использовать для трекинга, в том числе в очень агрессивных условиях, использовать для восхождений. И при желании можно с ним ездить автостопом и путешествовать.